Всем привет! С вами канал Артмани и моя семья. Сегодня я хочу показать вам книжки Димины. Я как раз взялась их разбирать. Такие вот у нас есть книжечки. Вот тут вот книжка, вот бабушка еще покупала. Дима, аккуратнее. Бабушка покупала. Не трогай его, не трогай. Не трогай штатив. Штатив это. Ох, да что ж ты. Вот тут есть книжка, которую покупала бабушка Диме. Покупала она в детском мире за 49 рублей. Сейчас мы занимаемся по этой книжке. Вот я Диме сначала рассказываю, что находится здесь на картинке. Так, то он будет удобнее. Вот, рассказываю, что находится на картинке. То есть первый лист, второй, а в следующий раз мы открываем книжку и начинаем спрашивать, что такое это, как мышка разговаривает, там что вот это стенка, это домик, это пол, сыр, мышка сыр кушает, вот, и также вот остальные картинки. Там мальчик, дерево, потом открываю, спрашиваю, где мальчик, он пальцем тыкает, где дерево, вот дерево, яблочко, тут мальчик что делает, спит, вот он мальчик, под одеялом, ну тут побольше предметов. Тапочки там, все вот это вот. И каждый раз вот так вот. Я говорю, Дима, принеси книгу, он несет ее. Вот, но единственный минус, она очень тонкая. Она вот прям тонюсенькая. Кажется, что она сейчас вот прям порвется очень быстро. Это неудобно, если честно. Вот, и ее еще загинаешь вот так вот, понимаешь сам, что нельзя так делать. Что ты принес? Ты принес домик? Давай, давай домик. Давай покажем всем. Дима принес домик. У Димы вот такой есть домик. Вот тут пищит. Вот тут вот детальки. Правда, конечно, детальки потеряли, когда был он с бабушкой отдыхал. Только вот эти остались. Вот. Такая штучка. Шестеренка. Вот. Это нам подарили, вернее, Диме подарили на Новый год. Тут часы. Ну, так, поворачивается сюда. А, ну тут вот она не открывается. Поворачивается сюда, и она открывается. И в нем вот как раз хранятся детальки. И какая-то от конфетки штучка. Здесь вот алфавит. Ну, правда, вот знаете, неудобно то, что алфавит английский. Было бы лучше, если был русский. Сначала ребенку русский выучить, а потом уже английский. Потому что он начнет, я английский не знаю, ну плохо очень знаю. Несколько, там слово три, наверное, всего. Он начнет с вами разговаривать по-английски, а вы его не понимаете. Вот. Вот сверху. Вот эти вот, квадратик. Вот, и вот так вот мы вот занимаемся. Где-то, по-моему, до этой странички дошли. Да, до сюда мы еще особо не доходили. Только вот здесь несколько страничек и все. Вот так. Она вот мягкая, вот неудобно. Вот я сейчас подумала, думаю, надо доставать уже Димины книжечки, которые я покупала. Ну, здесь, конечно, здесь раскрашивать больше. Это, конечно, постарше. Покупала я вот эти, по-моему, в фикс прайсе. Да, вот они. Вот она цена 55 рублей. Ну, думаю, пока есть, чтобы потом не искать. Там, как бы, да, дешево, но тем не менее. Вот такие вот упражнения. Но тогда постарше немножко он будет. Хотя, в принципе, сейчас он уже немножечко рисует. И, по-моему, я... По-моему, я в каком-то влоге показывала. Мне на День влюбленных Дима подарил рисуночек. Вот. Так, ну это вот, значит, у меня три таких. Рисуем по клеточкам. Для обучения чтения. А, ну вот туда вот прям чтение. Интересно очень. Ну, они, конечно, тоже тоненькие, но не настолько. Ну, хотя бы тут книжечками. И учимся считать. Вот. Такие, ну, это постарше. Да. Постарше. Так, тут что у меня лежит? Задание IQ. Это тоже с фикс прайсом. 75 заданий. Задачек. На мышление. Здесь вот поудобнее тоже. Вот можно
с ребенком заниматься, хотя бы не просто на мышление, допустим, а что такое это, что такое это. Вот это такое вот. Там посчитать, сколько овечек, например, здесь, сколько их там, где какая, где там темненькая, там побелее. Я не в этом, что ли, видела? А, ну вот тут, например, где мячик? Вот мячик там. Где мишка? Вот мишка там. Где там еще что-то? Вот что-нибудь типа такого изначально. Потому что тут плюс 5, да, постарше. А потом уже это... Где-нибудь в очереди к педиатру, например, в дороге, вот. Его удобно, он маленький. Также раскраски, но это тоже на будущее. Это тоже, по-моему, из фикс-прайса, большие такие. Это, наверное, больше осталась мечта моя. О том, что я мечтала какие-то вот такие вот. Ну, в итоге, думаю, ладно, куплю сыну, пускай раскрашивает. Вот тут. По буквам вот все. Читать, можете. Все прочее. С буковками, то есть не просто даже так вот раскраска, а довольно интересно. Что ты принес? Что ты принес? Покажи. Давай. Ай, труба. У Димы есть такая вот труба. Он не очень любит играть. Это палка. Как подзорная труба. Не трогай ее. На, забери ее. Вот, какая. Разные предметы, не только игрушки у него есть в ящике, но и всякие вот такие вот необыкновенные предметы, типа трубы, там что еще у него, пенопласт вот у него был, он это разломил его уже, еще там где-то осталось всякие мешочки, чтобы он тоже вот эту вот мелкую моторику, думал, что с ней делать. Вот. Ну, такие вот, в принципе. Ну, машинки, конечно же. У меня же мальчик. Как без машинок-то. Вот они. Ну, тут раскрашивать поменьше, наверное. Тут уже наполовину раскрашено. Ну, все равно тоже что-то интересное. Знает никакого. Ну, это, наверное, попозже немножко. Годиков 3 где-то, наверное, так вот. Ну, тоже вот пока они есть, конечно, я куплю, потому что потом 3 года ребенку исполнится, и нигде уже не найдешь. Так, это мы посмотрели. Вот. Такие вот, они запечатанные, плюс 4, та была плюс 5, это плюс 4 у нас. Да-да, давай, пошли вот тут. Тут я уже на них обзор делала, 3-5 лет, тут прямо... А картинки, в принципе, даже чуть-чуть попозже, уже года в 2, я думаю, можно. Хотя, конечно, тут много довольно всего нарисовано. Вот. И читать как раз тут учиться. Может быть, из 3 лет. Тоже фикс прайс. Вот такие. Где тут? А, плюс 3. Вот. И тут вроде как показано тоже какие-то есть просто картинки. Грибы, домик вот тоже. 3-5 лет. Тут 5 лет. Ну вот тоже распакованы. Ну вот, да, вот, например, такие вот. Мне больше нравятся именно вот такие картинки, когда поодиночке. Там рак, да, там стрекоза. Потом у ребенка спрашиваешь через какое-то время, где рак там, где стрекоза, где веточка, шишка, мак, коза. То есть вот такие, конечно, хотелось бы побольше. Вот. Там это кто, например, чтобы он подумал. К тому же здесь много, он потом уже может забыть, что это такое здесь. И будет интересно, когда он будет снова думать. Ну вот здесь вот есть побольше картинок, кстати. Вот, наверное, я с нее начну. По картиночкам. А, это немножко другая, да. Сейчас заберу. Так, вот такая. А ее мы смотрели, что ли? Нет, не
посмотрели. Здесь. А, еще по звездочкам там, кстати. Вот 3 звездочки здесь. Тут 1 звездочка. Тоже 3-5 лет. Тут 3 звездочки. Тут посложнее 4 звездочки. Тут уже 5 звездочек. Есть еще одна даже сложнее. 3-5 лет. Тут 4 года. 1 звездочка из 2. Всего лишь. Вот. Так. Это я на будущее, наверное, взяла. Это я в Ашане взяла там где-то рублей за 15, наверное, что ли. Ну, побольше такой литературы всякой. Такая. Чего? Дима, не трогай. Не трогай. Так. Также вот такие вот книжечки. Это разнообразие. Это тоже я покупала в фикс-прайсе. Вот, тоже раскраска плюс ноль. Давайте посмотрим. Ну, тут тоже животное. Кто живет в воде. И вот оно тоже пошло. Немножечко рассказывает. Ну, тоже там как когда-то, еще давно, до Димы я их купила. Ну, пока есть. А вот сейчас, в принципе, если даже вот он плюс ноль, где сейчас найдешь их? Уже нигде не найдешь. Ну, найдешь что-то подобное, другое, дороже. Вот, а с наклейками даже. Вот они, наклейки. Да. И наклейки, что ли? Да, наклейки. И потом у ребенка спрашиваешь. Например, тут морж, да? Вот для него тут место для наклейки. Как он выглядит, морж? И пускай ребенок ищет, как он выглядит. Потом я знаю, что детям читала, что нравится наклейки наклеивать. То есть вот именно взять ее оттуда, наклеить. Вот. Ну, Диме тоже, конечно, в принципе, нравятся всякие вот эти вот бумажечки, с которой с другой стороны что-то клейкое. Бегает, носится ее там, куда-то приклеивает. Там. Вот. А тут вот сразу занятия. Вот тут их еще 5 штук. Ну, наверное, у меня все. Также в Африке. Вот все это добавок можно рассмотреть, да, прочесть, раскрасить потом. И наклеить еще вдобавок. Как интересно. Самой даже. Вот тоже вот всякие наклеечки. Каждое животное уже знает, как выглядит. Как выглядит нарисованное на картинке, как выглядит так. Ну, что ты мне принес? Вот. Ну, такие вот. Кто в джунглях живет? Птица. А животные птицы. Я еще думаю, что тут лиса делает странно, вроде не птица. Вот. Животные в деревне. Ну, конечно, вот это тоже интересно. Какие у нас в деревне животные живут. Вот. И фрукты и цветы. Ну, конечно, это тоже обязательно надо знать. Бананы как растут. Потому что мое детство такого не было, и зачастую не знаешь, как растут даже бананы. Как-то там, особенно ананас, когда увидишь в передаче уже, как он интересно растет. Вот они. Ну, груши, понятно, конечно, яблоки, инжир. Арбуз. Вот они все. Красивые какие. Картинки сочные. Ой, не видно вам. Вот они. Сочные все картиночки такие. Ну, и определить, конечно, тоже можно. Арбуз, там, мак. Ну, конечно, это нет. Вот они, цветы. Очень, кстати, красивые. И можно потом с ребенком повторить, срисовать, перерисовать. Как красиво, красота. Вот такие книжки. Ну, они тоже там в районе 50 рублей, наверное, тогда еще стоили. Так, какая-то вот тут у меня какие-то, вот я сейчас смотрю книжки. Так, тут у меня какие-то головоломки. Ну, тоже я где-то, видимо, покупала.
знаю, что там где. То есть тоже литературы очень много. Мое детство, конечно же, столько не было. Я помню, у меня был единственный там у сестры. Сестра там на дачу, по-моему, привезла какой-то большой такой толстый блокнот. И там были вот как раз вот всякие вот такие. Он прям был такой гигантский, большой, такой прям плотный. Вот я помню, его забрала потом себе домой. И сидела, все это решала. Было так интересно, мне так понравилось. Я хотела еще один такой. Но нет, мама больше мне не купила. Говорит, решай это. Я говорю, ну я весь уже его прорешал там за пару дней совсем. Быстро очень. У кого, допустим, в детстве такого не было, то, конечно, он старается детям дать побольше этого. Но зачастую, я знаю, у кого в детстве было всего этого много, им особо больше ничего не хотелось. Вот, поэтому я буду, наверное, вот прятать и потом постепенно по книжечке просто доставать. Вот, тут головоломки для, наверное, постарше детей. Вот, она поплотнее немножечко. Вот, а вот такие в детстве я очень любила. Хотя тут... А нет, все равно 5 отличий надо найти. Как посложнее любила я. Лабиринты. Лабиринты мне вообще папа рисовал их. Все время приходилось с листочком к папе. Папа, нарисуй мне лабиринт. Вот, а хоп-хоп-хоп нарисует. Вот. А потом, по-моему, меня даже учил. Да. Ну, моих книг, конечно же, не сохранилось. Вот. Вот такие вот тоже они интересные. И считать. Считаешь заодно 1, 2, 3, да, что потом идет. Особенно вот тут, в таких местах, вот где запутано. Тоже, конечно, интересно. Таких можно было... А, ну ты, наверное, фикс-прайс покупал. Можно было побольше таких купить. Они поинтереснее. Так. Что у меня тут? Давайте по книжечке, наверное, вот так буду доставать. Потому что тут что-то я смотрю уже... Разнообразно, по одной штуке. Набором нету. Так, игры на каждый день у нас. 2013 год. А, ну вот такие игры есть тут. Лабиринты. Все красочное. Там уже было как-то черно-белое. Тут тоже вот можно заниматься с ребенком. Где пылесос? Где это? Вот, кстати, красивый какой. Ёжик тут и кактус какой красивый. Вот, слон где. То есть на той, допустим, в той книжке найти слона, про него прочесть, а потом, допустим, вот здесь, в другой книжке, покажи, а где слон там, а где тигр, да, там, где ёжик, лисичка. То есть уже здесь они выглядят немножечко по-другому, уже такие раскрашены, нарисованные, раскрашены, там нарисованные просто черно-белые, да, и фотографии, а тут уже нарисовано, раскрашено, уже другое, можно тут тоже, ну, фрукты тоже так же, фрукты, овощи, вот, такие вот, ой, уже 20 минут я вам тут рассказываю. Вот фрукты, ягоды такие вот. Давайте покороче немножко. Большие вот тут. Вот тут вот просто цветочки. Вот осталось вот немножко. Веселые раскраски вот у него. Раскраски. Здесь вот тоже раскраски. То есть тоже вот каждое животное. Тут это, по-моему, себе покупала. Да. Тут я себе когда-то очень давно покупала, раскрашивалась и делала того, что в детстве не хватило. Вот раскраски, журнал какой-то. Да, какие-то там. Когда-то еще покупала ему журналы разные. Когда еще его не было в помине Димочки. Вот, ну, пока были, надо было купить. Так, сосиски не трогай.
Есть читалочки. Тут даже вот вместе с текстом. А, тут вот они одинаковые пошли. Ну и все, в принципе, по-моему, вот это вот. Здесь вот. Сейчас я это все буду перебирать. Здесь, конечно же, альбомы, поскольку я сама по себе художник. Естественно, мне в детстве тоже не хватало альбомов. И ребенку вот я сразу накупила, еще планирую еще купить побольше альбомов. Что-то мало, вроде я много покупала. Вот они. Потом уже начала дома надо с машинками покупать, а не в цветочек. Вот. Сейчас еще что-то покажу. Так, ну и тут, конечно, вот эти прекрасные книжечки тоже. Их всего лишь получилось у меня собрать 3, хотя их больше гораздо. Это тоже продавались в фикс-прайсе. Тут тренируем память, как научиться считать. А, строить, да. И писать. То есть, в принципе, их тут вот побольше, по-моему, было. А, нет, это вот здесь только вот 3. А еще есть больше. Ну, тут обыкновенная бумага, конечно. Вот, это уже совсем постарше, наверное. От 4 лет, от 4 до 7. И тут тоже от 4. А так плюс 0, пожалуйста. Можете начинать заниматься с ребенком в любое время. Вот. Потом такая вот книжечка. Такие, кстати, тоже в фикс-прайсе было, их было несколько, вот, по 77 рублей мы купили. Почему ты видишь сны? Мне, ну, для меня показалось, что это самая такая книжка, которая интересная, то есть именно про сны. Почему ребенок, человек вообще видит сны? Это нигде не описано, это нигде не рассказано, в интернете везде написано все по-разному, но тут вот именно вот книжку, не знаю, мы еще ее не читали. А также вот такие вот книжечки, тоже в фикс-прайсе были. Вот их тоже купила довольно много. То есть, ну, целый набор. Еще одна. Вот. Это самые как раз первые начали, когда книжки появляться. Ну, что ты взял? Нет, первые, конечно, были вот... Вот эти вот изначально литература пошла первая в фикс-прайсе. А потом вот пошли уже вот эти, а потом вот все те остальные. Вот здесь у нас что, математика, грамматика, к школе вот подготовка, букварь и азбука. Вот, ну, все цветные такие вот, интересные. Ребенку будет очень интересно, особенно когда начнешь доставать их там, постепенно вот, к школе. Тут вот, пожалуйста, и по слогам буковки, и раскрасить тут можно. Вот, интересный довольно. Математика, тут посчитать. Грамматика. Ну, тут, по-моему, я как раз все купила. Корова какая. Все купила, какие были. Вот. Тоже за ними, по-моему, я погонялась хорошо. Не, большей части в основном за этим гонялась. Хотела в другом сайте, я увидела, что их еще есть много. А надеялась, что их привезут, но нет. Их только было 3 таких. Так, вот такие вот. Пословицы, поговорки и словарь логический. Вот тут прям вон очень много. Конечно, я понимаю то, что проще купить большую книжку таких вот именно словарей. Ну, в принципе, пока что было. Может быть, тут самое главное, а в книжке там куча-куча всего. Или, а, подождите, хотя, в принципе, у меня есть, по-моему, дома, надо посмотреть, у меня дома всякие вот эти словари, еще бабуля мне там когда-то покупала, всякие энциклопедии гигантские, вот, поэтому, в принципе, оттуда мы потом заберем.
когда уже у Димы появится свой книжный шкаф, все это заберем, это все далее, попозже я сделаю обзор на все это. Вот тут тоже интересно. Всякие, что у нас тут? Пословица. Ну вот, довольно интересно. Можно самим даже почитать. Вот. И вот еще книжка. Ну еще, конечно, есть еще у него книжки там другие. Это вот новые. Есть старенькие за первый, второй класс мои. То есть до 90-х годов. Вот. Они, конечно, мне больше всего нравятся. И я планирую в будущем собрать целую коллекцию учебников, школьных учебников именно до 90-х годов. Потому что там все красиво, правильно описано. Там все интересно, картинки хорошие, добрые, интересные. Вот. В принципе, вот так вот. У нас был такой с вами обзор. Наверное, сделаю это отдельным роликом. Потому что я смотрю 30 минут. Там, конечно, я удалю часть. Минут 25, наверное, будет. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, какие книжки у вас, много у вашего ребенка книг, пока у вас он еще маленький. Не лови там. Вот, много ли у вашего ребенка книг, пока он еще вот родился или маленький? Вот, сколько книг, какие книги вы покупали? Может быть, еще какие-то мне посоветуете, Дима. Вот. И всем пока-пока.